Если ты меня выиграешь, я тебе отдам твой аккаунт. 2, 3. Бам! Ребят, тут так уже сносит придумал на колени. Салам алейкум, братва! Это Кент ПК, а это Лысый Тик-Так. Так вот, прямо сегодня я ломану эту падаль прямо на стриме и буду творить то, что вы даже не представляете. Я его даже прямо сегодня забаню! Это будет нереально крутое видео. Ну что же, вперед к нему на аккаунт, пока он еще не начал стрим. Знакомьтесь, это аккаунт Тик-Так. Так вот, ребята, я прямо сегодня продам тут все, что я захочу. Захочу Кергол продам, захочу Алик ТХ, потому что это будет троллинг. Естественно, я потом ему все отдам. Не, ну если я продам Алик ТХ, то я ему не отдам, потому что у халдишки нету. Но все остальное отдам. Короче, ребята, будет очень угарное видео. Прямо в эту секунду, если ты хочешь от Керамбитик Скрэч, прямо сейчас прожми лайкусик и подпишись на мой канал. Напиши любой хороший комментарий. И чем больше, тем лучше. И самое главное, посмотри все видео от начала до конца без перемоток. Ну а мы приступаем к видосику. Ну чё, ребята, Тик-Так прямо сейчас начал стрим и спрашивает у своей аудитории, лысый ли он или нет. Дядя, мы-то знаем, что ты не лысый, но поверь ты мне, за то, что ты троллишь свою аудиторию, тебя затроллит величайший тролль всех времен, а именно Кент ПК. Вперед на аккаунт Тик-Така. Прямо сейчас я захожу на аккаунт этого голубя, этого пинча, этого грибанюха, этого масленка. А, стоп, масленок тут только один, это я. Всё, ребят, зашел. Ха-ха, аккаунт мой, опа-па-па-па. И делаем ник, тебе бан. Ой, давайте напишу. Разраб. Тебе бан? Разраб. И я прямо сейчас выхожу. И давайте мы, ребят, посмотрим на его реакцию. Все. Мне нахрен аккаунт полетел. Это мне не нравится, стоянка. Если меня сейчас взломают, я сразу говорю. Это будет жопа. Не переживай, бро. Тебя уже взломали. Ладно, братва, куда на лечение сбрасывать? О, чек эти ник. Тебе бан. Тебе бан? В скобочках разраб. Не понял. Что ты не понял? Что? Это тебе за то, что ты все время называешь меня падалью и перхотью. Перхоть тут только одна. Хэштег Тик-Так перхоть. Посмотри, испугался маленький домой. Ну, нет, посмотри. Не, серьезно. Ахаха, сейчас будет жарко, ахаха, сейчас будет весело. Это Кент! Вы че, почему меня палите? Пожалуйста, на будущее, если видишь, если снимаю подобное видео, не надо меня палить, братан, вы палите контору. Все нормально, Тик-Так, ничего не понял. Все по плану. Все, зашел на аккаунт Тик-Така. И давайте сделаем ник минус ТХ. И давайте напишу бан 2002. Бан, это бан-код. Так, ребята, а прямо сейчас будет очень весело, потому что я же притворяюсь разработчиком. Бан 2002. Что же это означает? Это бан-код за мошенничество. Все идет по плану. Все идет по плану. На бите Монтана. Все нормально, поставили. И теперь ставлю на продажу еще и Кирголд. Имба! Ставлю за 139 999. Ой, ребята, просто представьте его реакцию, когда он все увидит. Он, наверное, будет на панике. Он будет думать, что произошло, что за дичь. И давайте ему, так сказать, просто от себя куплю 30 камоночек. Блин, ребята, представьте, какой же это ор. На тебе мою попочку, понюхай. Меня забанят, говорит. Ага, удачи, меня забанят. Удачи тебе, дорогой, меня забанят. Ща, когда ты видишь, что нету Алика, ты хакер Голда. Я посмотрю, как ты заговоришь, фраерок. Да, вы посмотри, я тебе довольный. Опа, опа. Вы видели? Что? 30 камонок, дядь. Что? Аж замкамонка покупается у меня. Что? Блин, походу это слишком жестко. Это не мой никнейм. Минус ТХ, бан 2002. Падал, падал. Что это? Что это? Мне же стрёмно говорить, что это я. Бан 2002. Что за бан 2002? Стоять, минус ТХ. Все бежут, ахаха, ахаха, ахаха. Это Кент. Ребята, вы чё меня палите? Пожалуйста, никогда не палите, вы посмотрите. Вышел с аккаунта. Мне кажется, у него пена изо рта пошла, братва, чё за дичь? Посмотри, какой злой. Сейчас, когда он видит, что нету ТХ и Кирволда, просто представьте, как же он будет ищать и визжать, как девочка. Нет, стоянка, стоянка, лять, стоянка, пожалуйста. Фух, гифтбокс оставь. Чаром В2, мой чаром В2, у меня навики ТХ стоял. А ну-ка. История, продаж. Не, пожалуйста, не нажимай запросы. Продаж. Покупок, что он купил мне? Понакупал какие-то херни мне. Стоять!
Он мой авик ТХ поставил на рынок. Он мой авик ТХ поставил на рынок. Он мой кинул поставил на рынок. Очень обидно, что ТикТок меня спалил. Вы просто представьте, какой я гениальный мув придумал. Блин, вот ТикТок падали. Я думал, он зайдет вначале к себе в инвентарь и видишь, там ничего нету. Обалдеть. Подожди, стой. А кто это? Заходим, заходим. Давайте я сделаю ник. Выбей нож или бан. Или бан. Все, я думаю, он поймет. Сделаем ник, выбей нож или бан. Я прямо сейчас зайду и куплю 7 ревенж кейсиков. Дальше я куплю 2 райвел кейсика и 1 фуриус. Это будет очень жестко. Купили раз кейсик, купили 2 кейсик. И прямо сейчас покупаем 1 фуриус кейсик. Блин, ребят, как же много голдишки я потратил. Если что, я ему всю голдишку отдам. Потому, ребята, не переживай. Ой, блин, какая же дорогая. Все, ребят, поэтому не переживайте, работают профессионалы. А давайте мы еще ему, так сказать, купим немножечко анкамоночек. Немножечко. Потому что я смотрю, ТикТак их обожает. О, штучек так 35 за 0.04 поставлю. Идеально. И выхожу с его аккаунта. Все, меня тут не было. Банкод. Банкод 2002. ТикТок углядит, что это такое? Основная причина блокирования аккаунта. Мошенничество и распространение способов взлома игры. Какие взломы игры? Ты с ума сошел? Я такой даже и близко. Аккаунт блокируется за мошенничество и участие в распространении способов взлома. Подожди, стой, банкод 2002. ТикТок гуглит банкод, который я указал у него в нике. И он понимает, что очень скоро забанит за мошенничество. Блин, как же мне жалко ТикТока. Выбей нож или бан? Выбей нож или бан? Еще раз ты скотина зайдешь в мой аккаунт? Зайду, конечно. Падаль, выйди из своего аккаунта. Вот тебе никнейм. Соси мой болт! О, слушай, так монтажер, вот это слово замазать надо. Он опять позакупал, ля, это трындец! Тихо! Братик, как тебе этот замечательный MDM-ты трамвайс? А? Как он тебе? Ну как по мне, вообще красоточка еще та. Хочешь его себе, да? Тогда залетай на булдропщик и на булдропщике поднимай топовый дроп. Где топовый дроп? На булдропе! Йоу-мен! Также, братик, по моему промику снизу ты получаешь халявную голдишку. Плюс там проходит сейчас очень крутой булпасик, которым ты можешь получить крутые призы совершенно бесплатно. Все нужные линки находятся снизу. Все, манчик, мы идем дальше. Ухля, меня взламывают на стриме! Быстрее на стрим! Это трындец, меня взламывают! Вот это угар, просто посмотрите. Скидывать пиво! Кстати, надо было обратно поставить его авик ТХ на продажу. Вот я чуть не подумал. Слушайте! А если я прям сейчас зайду и запущу катку в ММе? Давайте просто мы запустимся и все. Блин, быстрее находись, союзники! Быстрее, 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 быстрее! ТикТок, дай я зайду, дай я зайду, дай я зайду. Как же это будет смешно. И давайте аватарку поменяю. О, вот этого типа. Нормально. Ха-ха. Как раз на ТикТока похож. Тоже в кепке тип. Все. Подтверждаем и выходим. Что он делает, тварь? А почему? Как его меме не запустилось? Ладно, братва, давайте еще раз зайдем на его аккаунт. Идеально. Нашло каточку. Все, все подтвердили. Игра начинается. Все. Можно выходить! Мы еще ТикТок выстальем ранг. Выходим, выходим. Меня тут не было. Все. Ты еще не из рейтинговой игры. Что это? Ты что творишь? Ты что творишь с моим аккаунтом? Ну я в ММ решил зайти, дядь. Это бан, походу, меня за... Что это? Нет, чел, чел, пожалуйста, я прошу, 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 пожалуйста. Открывай или бан? Я пишу, ок, ок, я открою. Ну что же, ребята, прямо сейчас мы навели нормальных суеты, и мы ждем, чтобы ТикТок выбил нож. Первого нож, смотри. Ребят, ты так уже становишься передо мной на колени. Братик, ну это троллинг, не переживай, я тебе все отдам, брат. Это всего лишь троллинг. После этого видосика я тебе скажу, что это был пранк. Но, брат, не кипишу, все под контролем. Работают профессионалы. Вернемся, когда ТикТок откроет все кейсики, и мы посмотрим, что же ему будет. Для вас это будет одно мгновение, а для меня это будет минут 10. Учитывая, что ТикТок открывает по кейсу минуту. Блин!
ты видал? Вот на этом моменте я реально испугался, но ТикТаку по-прежнему ничего не выпадает. Ну и ребята, как вы понимаете, ТикТаку ничего не выпало, как обычно. Он еще получил 2 бана в ММе и в союзниках. Ну а теперь мы можем чистой душой заходить еще раз на его аккаунт. Я реально говорил, ну выпадет нож, все будет нормально. Нож не выпал, дядь, поэтому... Прямо сейчас начнем продавать его инвентарь. А чё бы нет? Очистка инвентаря. А я хочу прямо сейчас АКРТХ продать за 0.3. Прямо сейчас я ставлю 0.03. Нажимаю заказать. Блин, самое главное не перепутать, потому что я потом все эти скины отдам ТикТаку. Но если я перепутаю, это будет жестко. 2, 3. Продал! Так, это я продал ТикТаку? Это я продал себе, да? Да, да, это я. Имба, я продал его скин только что. Ха-ха. И теперь давайте я еще продам парочку его аркан. Ну, например, Скорпион Вейл, такой дешевый нож. За одну голдишку продам. А чем ли нет? Ха-ха-ха. Братва, все отдам, очко мама тут стоит. Я нормальный типуля. А в М-генезе, слушай, у ТикТака его их так много? Ничего себе, они дорогие, 500 голдишки стоят. Обалдеть! G22 Nest. А чем ли нет? Тоже продам. Это очень другой скин, он стоит 600 голдишки. И я прям сейчас все продам. Ребята, просто представьте, сколько мне потом надо будет ему отдавать. Я реально стараюсь сделать это видео именно для вас, поэтому, пацаны, обязательно влепите лайкосик, подпишитесь на мой канал. Так, давайте фамбум еще продадим. Вот так, раз штучку. И давайте я продам фамбум номер 2 еще штучку. Все, идеально. Ну и теперь, по нашей с вами традиции, я куплю ему его любимых анкомонок. Тихо, слушаем внимательно. 2. За участие в мошеннических схемах. Какие мошеннические схемы? Я еще не участвовал. Подают также. Навсегда! За что? Нет, стоп. Навсегда! Тихо, нет, это быть такого не может. Нет, такого не может, это всегда бан. Бан навсегда! Ой, это жестко, это жестко. За что? Просто представьте, какая у него будет реакция, когда он увидит, что я продал его КРТХ, смотри! Ну, ТикТак, братик, я тебя верну, не переживай, все под контролем работают профессионалы. Опа! Что это? Привет! Привет! Что это? Что-то сверху было за покупки. Что это? Ну, ТикТак, я тебе купил анкомоночек. Что это? Скрафтишь их. Братик, не переживай, скрафтишь анкомоночки. Дядь, все нормально. Бедный ТикТак. Очистка инвентаря. Падай! Падай! Выйди с аккаунта. Выйди с АКА. Что он сделал еще? Что, мои запросы, он ничего не сделал. Что он еще сделал? Что он еще сделал? Тихо. Опа! Он спалил! Он спалил! Сейчас будет жестко. Звук потише сделайте. Он звук. Братик, да я тебе дам, не переживай, родной! Блин, мне как-то неловко, пацаны. Нет, 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 нет! Это КРТХ статрек! Он продал мой ТХ! Он нож продал! Он ТХ продал! Он арки арканы продал! Брат, это юмор, шутка! Я не знаю, почему так смешно, но реально смешно. У меня день рождения, между прочим, было недавно. Когда там? 3 октября. Так вот, я решил сделать сам себе подарочки. Слил АКРТХ статрек. Все, чики-бомбони. Я пишу разрабам. Нет, нет, стоять. Нет, стоять, умоляю. Он начал, он продал скин, который стоит 35к. Он за 0.03 скин мой продал, который стоит 35 косарей. Который стоит 35 косарей. Это уже серьезный какой-то трендец. У меня такого никогда на взломах не было. Да, никогда не было. Но тут-то, дядь, уровень другой. У меня на аккаунте 90к галдишник. Мы можем, боже, микерволдик сейчас слить. Ну а прямо сейчас, ребята, я ТикТаку написал в нике свой ID, и я прямо сейчас зайду на мой старый аккаунт, который состоит в ее клане. Я уже подготовился, и я даже сделал ник разработчик. И прямо сейчас я буду троллить его, но уже в лобби. Погнали на мой аккаунт. ТикТак меня приглашает в лобби. ТикТак меня приглашает в лобби. Посмотри, какая у него реакция. Дался лидерку в моем клане самому себе. У тебя 2 секунды. У тебя 2 секунды. 2. 1 секунда. У тебя 1 секунда. Все, ребята, я только что зашел. Шел к нему в лобби, пишет, включи голосовой чат. Не могу. Я не мой. И я тебе дам шанс. Ты хочешь, чтобы я отстал от тебя? Притворяется, притворяется человеком. Специально, чтобы не раскрыться, чтобы не раскрыться. Он издевал, он специально. Ты, падаль, врешь. Докажи мне, я не верю, что ты... Я тебе могу дать шанс и не забанить тебя, говорить. Что ты хочешь? Что ты хочешь? И сказать, если ты меня выиграешь, я тебе отдам твой аккаунт. Но потом я ему все равно его не отдам.
Ну что же, ребятки, а вот у нас наступает дуэлька против ТикТака. И ясен пень, я буду притворяться фул нубом. Да и как тут притворяться? У меня тут даже настройки чувствительности мои. Я вообще не могу нормально играть. Ну, короче, сама суть, что он должен меня победить. И уже после этого я так уж и быть. Возможно, отстану от него. Ну это возможно, а там, ребят, посмотрим. Где он? Где он? Ой, ля, шо? Не лагает! О! А как это? Это щиты! Так нереально! Так невозможно! Хэштег непогано! Интересно, там ТикТак горит или нет? Пацаны, мы идем доль на мой аккаунт. Если я проигрываю, он мой аккаунт сказал заберет себе. Ты что творишь? А давайте по приколу ему напишу. Слей раунд или бан. Что? Будешь сильно играть, жди бан! Слей раунд или бан! Он прикалывается? Он издевается, он мне говорит, слей раунд или бан! Это нечестно! Это нечестно! Он мне сказал, слей раунд или бан! Я его и так. Знаете что? А давайте я напишу ТикТаку за каждую смерть. Я продаю по одному ножу. За каждую твою смерть ты продаешь нож! Я тебе в рот даю за каждую смерть! Блин, трэш. Да трындец. Пацаны, я разрабам пишу, разрабы не отвечают. Все, почти, поехали. О, ТикТок, говнючело-то. Батиха, батиха просто, ну бью галимая, батиха вообще. Ты на, где тебе? На, гранатку тебе. На! Я за ящиком был. Он что-то подрубил, он что-то подрубил. Я говорю вам, я его разрешил на изи. Ну это, он бот, я говорю. У него читы, у него реальные читы. Так играть просто невозможно. Но! Это просто трындец! Смог не работал! Смог не работал! Пацаны, 9-9. Я не купил ничего! Я ничего не купил! Твою налево. Это трындец, я ничего не купил. За что? Я не успел ничего купить! Так, ребят, в этом раунде мне надо слить, я хочу ему уже отдать аккаунт и всю. Алло, ТикТок! Тихо, ласт раунд, мужики, ласт раунд. Блин, я случайно его замочил, я не хотел! Нет, он у меня... Нет, пожалуйста, не взламывай мой аккаунт. Я ему сейчас дам последнее задание, и на этом мы заканчиваем наш троллинг. Прошу, умоляю, не трогай ак. Все, ребята, я ТикТаку написал последнее задание. Открой гитбокс, если выберешь кирбол, отдаю аккаунт. Если нет, меняю пароль по твоему. Меняю пароль от твоего. Нет, это хабелло. Короче, мы уважаем подписчики. Если понравился такой угарный троллинг ТикТака, прямо сейчас прожмите лайкусь. Обязательно подпишись на мой канал. Напишите любой хороший комментарий и напишите, кого забанить следующего с ютуберов. Пацаны, хотите Мобоина, хотите Маурика, Малынигматика, Сталиса, кого угодно. Пацаны, пишите прямо сейчас в комментариях. Все, братва, всех обнял, всех хорошего настроения, всем удачи, всем пока-пока.